Друзья, если вам показалось, что в России уже пробили дно, то вам показалось, потому что вот сейчас они пробивают его снова. Губернатор Коми Уйба, так его зовут, Владимир Уйба, нам одной буквы, правда, явно не хватает, он сказал, что он 6 раз увернулся от хаймарсов. Друзья, от хаймарсов 6 раз. Он привез в Кременную обмундирование для оккупантов и какую-то еще помощь, наверное, какие-то печеньки, что они еще могут привезти. И тут ударили хаймарсы, но в нем открылись сверхспособности. В общем, эта сверхуйба увернулась 6 раз. Мне кажется, что 7-й раз его задело. В общем, маразм, они там полностью сумасшедшие.